Пожар на Коктубе начался во второй половине дня 11 августа. Огонь стремительно распространялся по склону. Клубы дыма не на шутку напугали горожан. Огонь почти вплотную приблизился к телебашне Коктубе. Внизу – жилые дома. Огонь в любой момент мог перекинуться на жилой сектор. Уже через считанные минуты огонь охватил прилегающую местность. Сначала пожар тушили вручную. Когда поняли, что пешим пожарным не справиться, задействовали вертолеты. По данным КЧС, площадь пожара составила 10 гектаров. Не успели пожарные справиться с одним огнем, как загорелся другой склон. Такого никто не ожидал. Тушить его пришлось уже без вертолетов и в темноте. Весь личный состав гарнизона Алматы поднят на повышенную третьему номеру пожара. Приоритет тушения направлен на защиту жилого частного сектора. Площадь пожара увеличивается. Сложность работы в ночное время сопровождается соблюдением техники безопасности, так как очень высокий бурьян иногда закрывает человеческий рост. В настоящее время пожар локализован. Ведется проливка отдельных очагов горения. Во время тушения второго пожара огнеборцы обнаружили тело человека. Его личность устанавливается. Полиция завела дело. Со вторым очагом возгорания удалось справиться только ближе к часу ночи. В полночь на место происшествия приехал аким Алматы Бакыджан Сагинтаев. Он заявил, что Алматы в безопасности, а полиция заведет уголовное дело. Сегодня на юго-западном склоне горы Коктубе произошел сильный пожар. Прибыл на место. Мобилизованы основные противопожарные силы города. Более 1500 работников личного состава ДЧС и коммунальных служб, 70 единиц спецтехники. О ситуации переговорил с министрами внутренних дел и обороны. На данный момент пожар на территории 10 гектаров локализован. Ситуация под контролем. Город в безопасности. Глава ДЧС Алматы Серик Аубакиров сообщил журналистам, что оба пожара взаимосвязаны, но точная причина пока устанавливается. Сегодня в 2 часа дня снова загорелся юго-западный склон Коктубе. Пожар локализован в 15:28. Сгорел 1 гектар территории. Жертв и пострадавших нет. Может ли это быть намеренным поджогом, предстоит еще выяснить дознавателям. На всякий случай теперь на Коктубе дежурят сотрудники ДЧС и полиции.